Привет, друзья! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом очень вкусного, при этом очень простого в приготовлении крема, масла и вареная сгущенка. Этот крем напоминает нам детство, так как именно в детстве чаще всего наполнителем являлся всех тортиков являлся именно этот крем. Но все-таки у многих он не получается, поскольку они не знают один маленький секрет, как же правильно приготовить, чтобы крем не расслоился, а получился нежный и воздушный. Сегодня я вам покажу и расскажу эту тонкость и секретик. Итак, для приготовления нам потребуется мягкое сливочное масло, жирность не менее 82%, и вареное сгущенное молоко хорошего качества. Масло мы должны взбить примерно 5-7 минут. Это очень важный момент. Оно должно увеличиться в объеме в 2-3 раза и побелеть. Вот до такой консистенции нам нужно взбивать масло. Теперь очень важный нюанс, самый важный для приготовления крема. Масло и сгущенка должны быть одинаковой температуры, тогда ваш крем никогда не расслоится. Для этого заранее достаньте масло примерно за 2 часа и сгущенное молоко, если вы храните его в холодильнике. Если температура у вас будет одинакова, крем у вас получится нежный, воздушный, без крапинок и никогда не расслоится. Добавляем сгущенку, я добавляю все сразу, и взбиваем до полного соединения. Вот такой консистенции крем у нас должен получиться. Посмотрите, какой он воздушный. Он очень вкусный, подходит для прослойки тортов, пирожен, профитролей, для шапочки капкейков. Его, он универсальный. При этом он прекрасно держит форму.